Сколько мы знакомы, Кен? Я хоть раз нарушал обещание? Ты сядешь за руль в гонке Лиман. Если закроешь рот и не будешь вмешиваться. Ладно. Иди сюда! Привет, Шелби. Привет, Молли. Хрен тебе. Да пошел ты. Вот и все, ребятки. Феррари побеждает в гонке 24 часа Лимана 5-й год подряд. Мистер Форд, Феррари просил передать вам, сэр. Что он сказал? Что Форд делает мерзкие машинки на мерзких заводиках. И что вы жердяй, сэр. Мы похороним Феррари на Лиман. Значит, великий Кэрол Шелби хочет создать машину, способную обогнать Феррари на базе Форда? Точно. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300? 90 дней. Форд не выносит таких, как мы, потому что мы другие. Говорят, он с норовом. Кен? Нет, Кен у нас лапочка. Это ужас! Если есть недочеты, компьютер их найдет. Неси скотч и моток шерсти. Что они делают? Делают вашу машину быстрее. Вот это другое дело! Кен Майлз и Форд несовместимы. Мы в шаге от победы. И ты говоришь, что у меня не будет лучшего в мире пилота? Назови хоть одну причину не увольнять всех, начиная с тебя. Что ж, сэр, мы легче, мы быстрее. Если это не поможет, мы злее. Давай, Карл, воюй. У тебя есть план? Рискованный. Я думала, главное выиграть эту гонку. Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли. Внешность не главное.